Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сергей. Сегодня мы меняем рулевую тягу на BMW E39 2.0 дизель 100 кВт. Вот, рулевую тягу, да, меняем. Снимаем сначала защиту подушки двигателя, пластиковую. Она на таких болтиках 8-миллиметровых. Откручиваем их, не теряем. Ну, здесь вот еще вот она. Здесь вот стояла. Вот так вот вроде так вот стояла. Снимаем. Получается раз, два. Вот. Потом два хомута таких специальных. Один слева, другой маленький справа. На пыльнике. Пыльник был одет на вот этот еще. Резиночки или как ее называть-то. Его пыльник так снимаем направо. Потом откручиваем рулевую тягу. Рулевую тягу откручиваем. Ну, я открутил газовым простым ключом. Спокойно отошла. Мы же ее меняли. Фиг знает, она стучит вроде. Потому что меняла правую. Правую менял. Вот. Откручиваем. Потом ключом на 19 откручиваем этот болт. Снимаем. Извиняюсь, ключом на 18. Молоточком выбиваем вот отсюда и все. Снимаем пыльник, достаем новый, достаем новый и ставим обратно по последовательности. Ну и все, у нас тяга поменена. Закручиваем тягу, ну так вот ставим, чтобы тяги у нас приблизительно, ну, по длине совпадали, чтобы, ну, слишком развал не жопа была. Потом на развал едем, и все будет у вас хорошо. Все, до свидания.